Дети, которые только недавно испытали весь ужас войны, в Сочи могут жить спокойно. Все они уже ходят в школу, находят новых друзей. Я учусь в школе номер 13. Нашел очень много друзей. Очень хорошая школа. Много знаний, много учебы. Сделать жизнь детей из Украины лучше стараются и депутаты Сочи. Подарком от них ко Дню знаний стал поход в дельфинарий парка Ривьера. Гостей развлекали морские котики Бусинка и Марго, кит Белуха Каспер и дельфины Лёлик и Болик с друзьями. Поход в дельфинарий – не единственное мероприятие, которое запланировали сочинские депутаты для детей. Эти ребята будут принимать участие во всех значимых событиях города. Конечно же, городское собрание и дальше будет заниматься детьми, которые приехали нам с юго-востока. Мы будем приглашать их на различные праздники, соревнования, чтобы они чувствовали, что они живут жизнью нашего города, чтобы они учились, жили и могли радоваться всем радостям жизни. Одними развлечениями забота не ограничивается. Депутаты городского собрания уже собрали средства для материальной помощи семьям беженцев, которые проживают в Сочи. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.